Красноярске открылся сезон музыкальных вечеров на железнодорожных вокзалах. Этот уникальный проект, в котором лучшие оркестры и ансамбли выступают совершенно бесплатно для пассажиров на станциях, существует в нашем городе уже несколько лет. В этом году череда концертов открылась выступлением камерного оркестра под руководством выдающегося дирижера Михаила Бенюмова. Следующее выступление запланировано на вторник, 15 января. В 10:30 утра на станции Базаиха камерный оркестр повторит свою программу, в которую вошли хиты популярной классики. 16 января эстафету примет Красноярский духовой оркестр под управлением Ильи Багова. С полной программой проекта, а также датами и временем выступлений можно ознакомиться на сайте городской администрации в разделе, посвященном зимнему Суриковскому фестивалю искусств.